Изначально поселок Оболенск планировался для населения в 30 тысяч человек. 15, может, ну, на 20 максимум процентов была собственности. Я посчитал, что это не совсем законно. Суда обладает огромным опытом, и оно впоследствии... Коллеги, а вы готовы безвозмездно передать муниципалитет там за рубль, продать или подарить отдельно? Ну, собственник не готов. Почему? Ну, а что собственник? Ну, почему собственник должен отдать бесплатно? Я скажу почему, потому что сейчас сколько это котельных долгов? Я почему хочу понять, почему у вас такая недоговорная позиция? Вы что с этой котельной будете делать? Так я почему говорю, вам зачем она нужна? Объясните, пожалуйста. Ну, я сейчас ответить не готов, зачем она была нужна в то время. Значит, я хочу просто первое зафиксировать, что на сегодняшний момент законных оснований для прекращения деятельности котельной нету. Порядка 100 гигакалорий. 100 тысяч гигакалорий. Значит, вот второй котел. Вот второй проблема в этом, да? Обратите внимание, вон трубы привезли для замены. Значит, сварить эти трубы и заменить, частично заменить обновку. Рассматривать вопрос, откуда маленький расход. И вот эти пары воды, они поднимаются на обратили там в жопу, да, вот. Почему он молча? Не жопу? Давайте шофу в тюрьму. Договора должны быть заключены на автоматику безопасности и на газооборудование, которое освободит направление.